Они постоянно, да, спрашивают, когда папу с клетки выпустят, потому что они вот как бы видят его на в СИЗО. И слава богу, хоть младший уже помнит его. Скучают сильно, что могу сказать, очень сильно. Тот день Элеонора Тузовская помнит отчетливо. Около часа ночи в их квартиру с обыском пришли силовики. Тогда ей сообщили, что супруга задержали и обвиняют в наркоторговле. Приехали ночью, в час ночи, сказали, ну, во-первых, я пыталась их не пустить, потому что маленькие дети спали. Они сказали, что ничего не объяснили, просто спросили, знаете ли вы, где муж. Сказали, что его задержали на автовокзале. И не объяснили, при каких обстоятельствах, ни по какому делу, я потом уже узнала, по какому делу. Он ехал в магазин за памперсами. Все, как всегда у нас было. Не считая того, что появились ко мне в час ночи и начали обыск проводить. Во время обыска в квартире семьи изъяли ноутбук и деньги. По словам супруги задержанного, ноутбук принадлежал старшему сыну, а деньги были пенсией матери. Кстати, за полтора года семье их так и не вернули. Деньги приобщили к материалам следствия. Вещественное доказательство оказался детский ноутбук ребенка, потому что это был старшего сына, сейчас он там спрятался. Вот, ноутбук ребенка и дети моей мамы, деньги моей мамы, потому что я показала им документы, что эти деньги принадлежат моей маме по доверенности. Они сказали, что они будут расследовать, рассматривать. Ну, год и 7 месяцев ничего не вернули. Судить о фактах дела в компетенции Фемиды, уверены близкие задержанного. Нарекания вызывает в большей степени другое. Дело за эти годы совершенно не сдвинулось с мертвой точки. Родственники Валентина считают, что происходит затягивание процесса. Был задержан 1 марта 2016 года. Дело было передано в суд в августе 2016 года. Прошло уже больше года. За это время было рассмотрено всего из 4 или 5 томов, как заявленных прокурором доказательств письменных, всего лишь один том. Прокурор являлась без доказательств. Она приносила по 2 листика доказательств. Суд бесконечно переносился по каким-то неведомым причинам. Близкие обвиняемого опасаются, что процесс затягивают умышленно. Причины, по которой это делается, я могу только предположить, естественно, я не могу это утверждать. Я считаю, что это делается для того, чтобы человек потерял терпение и уже на стадии отчаяния, там сломленной какой-то психики, принял решение взять эти обвинения, которые ему предъявляют, на себя. Сам обвиняемый уже направил судьям ходатайство об ускорении вынесения приговора. С чинным призначением слушания справы. Розуміло. Ми врахуємо ваші побажання. Клопотання можу вам передати? Можете передати. Ми врахуємо ваші побажання, якщо в нас буде можливість, то ми будемо щодня розглядати справу. У нас наразі такої можливості. Ну, все замечательно. Длительное нахождение в СИЗО без приговора – это нарушение прав человека, уверены правозащитники. В рамках закона досудебное следствие может длиться не более года. Что же касается самого судебного процесса, формулировка размыта. Отсутствуют практически любые временные рамки. 197-я статья, часть 3 говорит о том, что именно досудебное следствие регламентируется 12 месяцами. А вот судебное – именно уже рассмотрение, когда человек в СИЗО, но уже начался суд, когда передали обвинительные заключения, то есть и все остальное, оно точно вот так, как в УПК не описано, но инструкции судьям звучат примерно так: разумные, наикратчайшие сроки. К сожалению, случай Валентина Тузовского не единичный. Некоторые обвиняемые сидят в СИЗО и дольше. В ожидании приговора многих психологически ломают. В СИЗО люди сидят в очень маленькой камере, целый день их выводят максимум на 1 час в прогулочный дворик. То есть это очень тяжелые условия для психики, для, в принципе, человека, который, в действительности заключен каменный мешок и вот чего-то ожидает. Можно сказать, что если это очень длительный срок, это приравнивается к пыткам. Пока обвиняемые ожидают в камерах, их родственники пытаются наладить свой жизненный уклад. Элеонора с 3 детьми и матерью живут в коммуналке. Условия тут весьма скромные, особенно учитывая, что Тузовского обвиняют в деле по наркообороту на 10 миллионов долларов. Он работал частным предпринимателем на 7-м километре. К сожалению, квартиры у нас своей не было, вот тут мы прописаны. Мы снимали все время эту квартиру. Ну, как бы сейчас я не тяну сама снимать, и нам вот приходится пока вот так вот. Сейчас задержанный продолжает голодовку. Надеется, что это ускорит процесс. Правда, следующее судебное заседание назначено лишь на 24 ноября. Вероника Годяцкая, Григорий Евич, телеканал «Репортер».